Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная презентации событийного календаря на 2020 год. Освещались самые яркие события, которые будут проходить в Рязани и области в нынешнем году. Цель мероприятия – информирование представителей отрасли туризма и средств массовой информации о предстоящих культурно-массовых событиях. На презентации были представлены три туристических сезона. Каждый из них будет включать в себя различного рода праздники, ярмарки, фестивали и форумы, как регионального, так и международного уровня. Открытие пресс-конференции началось с презентации событий туристического сезона «Весна». На данный момент мы говорим о двух главных событиях этой весны 2020. Это широкая масленица и весна победы. Масленичная неделя выпадает на период с 24 февраля по 1 марта. Выходные дни 29 февраля и 1 марта. Главные площадки, на которых будут проходить основные мероприятия, это город Рязань, музей-заповедник Сергея Есенина и площадка-партнер «Развлекательный комплекс в некотором царстве». Летний туристический сезон включит в себя множество мероприятий. Наиболее яркими из них будут фестиваль народного творчества «Золотая ладья», гастрономический фестиваль «Малина», фестиваль «Кремлевские вечера», День воздушно-десантных войск. Для большинства событий программа полностью утверждена, для других находится в стадии разработки. Где, как не в Рязани, отмечают этот праздник? Далеко не каждая территория может представить на примере своих знаменитых земляков исторических событий, насколько велика и многогранна наша Родина. Погрузиться в тему достижений русской науки в музее Константина Солковского, в Рязанском художественном музее, где представлена одна из богатейших коллекций русских живописцев, в том числе и нашего знаменитого земляка Абрама Архипова, в музее космонавтики Циолковского в селе Ижевское. Осенний сезон наиболее запомнится туристам музыкальным летом в Константинове. Данное мероприятие начнется в июне и будет проходить каждую субботу до конца октября. В его программу будут входить музыкальные концерты, представления, мастер-классы на высоком берегу реки Оки. Творческие коллективы региона и приглашенные из других областей представят свои программы на открытой площадке летней эстраде Государственного музея-заповедника Есенина. 25 июля, в день 55-летия музея-заповедника, впервые на территории пройдет международный музыкальный фестиваль «Есенин джаз 2020». Презентация организована в первую очередь, чтобы привлечь в Рязанскую область как можно больше туристов и, как следствие, повысить развитие туристической отрасли. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».